Приветствую, друзья! Сегодня уже 12 февраля, и, как обещала, сегодня провожу розыгрыш лотереи. Распродано у нас 113 билетиков, а это означает, что будет два победителя. Условия участия в лотерее я выкладывала на Фейсбуке, в Одноклассниках, в Контактах и даже на YouTube. Каждый победитель получает по коробке конфет. Вот такой вот Любимов Гапчинская. Очень милая коробочка и очень-очень вкусные конфетки. Дальше. К коробке прилагается картина по мотивам Гапчинской. Вот такая вот прелесть. Одному победителю уедет. И вторая картина по мотивам Гапчинской «Ты мое родное» уедет ко второму победителю. Та-да-дам! Такая вот красота. Итак, друзья, тиражная комиссия у нас — это генератор случайных чисел. Сейчас я перехожу на этот сайт, выбираю диапазон случайных чисел от 1 до 113 включительно, ровно столько, сколько продано у нас билетов. И нажимаю «Сгенерировать числа». И у нас выпало первое число 93. Смотрим, 93, кто стал обладателем этого билетика. 85-100. Алена, поздравляю, вы стали первым победителем в этой лотерее. И вам отправляется приз, картина по мотивам Гапчинской и коробка конфет ко дню Святого Валентина. Поздравляю вас, Алена, давайте же посмотрим, кто станет вторым победителем. Итак, опять нажимаю «Сгенерировать числа». И выпадает число номер 81. Сейчас мы узнаем, кто станет вторым победителем. Так, 75-84. Коля, Николай, поздравляю, вы становитесь вторым победителем в этой прекрасной лотерее и получаете приз ко дню Святому Валентину, картину по мотивам Гапчинской и прекрасную коробку конфет Любимов, тоже от Гапчинской. Друзья, благодарю всех за участие в этой лотерее, поздравляю наших победителей. Желаю всем большой, огромной взаимной любви, взаимопонимания всем. И пусть ваши мечты и желания сбываются. Все, кто не успел поучаствовать в лотерее, такую же лотерею, возможно, будут другие картины. Может, от Гапчинской еще какую-то картину нарисую. Может, что-то такое цветочное. Я напишу обязательно еще картины к 8 марта и проведу такую же лотерею к 8 марта. И вы можете поучаствовать также в этой лотерее. Раз 10 сказала лотерея, но это все на эмоциях. Друзья, спасибо вам большое еще раз. Участвуйте в лотереях, и вам обязательно повезет. Всю любви вам огромной. До новых встреч. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. А также смотрите мои другие видео на моем канале.